Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть команды для Майнкрафта, которые добавят нам просто офигенные вещи в игру Майнкрафт без каких-либо модов, друзья. И сегодня, друзья, у нас снова очень крутая и новая команда для последних версий Майнкрафта, которая добавляет в Майнкрафт симулятор губки Боба, друзья. Да, мы сможем стать Губкой Бобом или даже Патриком. Это очень крутая команда, реально очень круто сделана. Поэтому, друзья, если вы будете такими милыми и поставите лайк, если мы наберем хотя бы 12 лайков, я выложу завтра еще одно видео, только 12 лайков. Поэтому, друзья, что ж, давайте приступать. И что же нам для этого нужно? Конечно же, наш любимый командный блок. Поэтому пишем GIF, наш никнейм и Minecraft, двоеточие, команд. Нижнее подчеркивание, блок. Теперь мы получаем наш командный блок. Кстати, друзья, я вам оставлю ссылочку в описании на эту команду. Также нужно будет скачать ресурс пак и установить его перед тем, как играть. Но он у меня уже установлен, поэтому, друзья, сюда мы вводим команду, которую я вам оставлю в описании. Нажимаем OS актив и нажимаем done. Да, друзья, появляется машина и, друзья... Ну, давайте мы не будем таить тут всякие тайные секреты. Вы сразу могли заметить, что... Да, у меня... Я сейчас Губка Боб. Пока мы не будем выходить в третий вид от третьего лица, потому что сначала мы посмотрим на вот это. У нас есть, кнопка «Ломать машины». Больше, в принципе, все. Эту команду у нас сделал Redstone Bacon. То есть ему огромное спасибо за эту команду. Опять же, ссылка на его YouTube-канал будет в описании. И, в принципе, друзья, сейчас я вам все покажу, как здесь работает. Потому что, повторюсь, команда очень здоровская. 12 лайков. Ну и, в принципе, поехали. Что ж, у нас есть руки Губки Боба. И теперь, смотрите, если мы выйдем в третье лицо, то, друзья, вы можете видеть, мы, черт возьми, настоящий Губка Боб. И причем очень круто сделан. Посмотрите, какая моделька, посмотрите, как сделана анимация ног. И это просто здорово. Конечно, когда мы бьем рукой, рука не двигается, но все равно, неважно. Ну и когда мы крутимся, как бы у нас все лицо летает. Ну не лицо, а весь наш Губка Боб. Ну, в принципе, неважно, все равно это очень круто выглядит. Но вот реально здорово. Мне серьезно нравится. Вот назад давайте пойдем. Назад, вперед. Ну и что, друзья, давайте посмотрим на некоторые фишки, которые вы сможете сделать, когда вы Губка Боб. Во-первых, у него есть... Вот такая вот штука, с помощью которой мы сможем, ну вы, наверное, уже догадались, пускать мыльные пузыри. Да, друзья, ну мыльные пузыри под водой, как они обычно пускали в своем мультике. Ну, в принципе, да, друзья, на правую кнопку мыши, что же получается, вы можете видеть. Мы просто пускаем пузыри, друзья, это реально здорово. Кстати, я думаю, ну все смотрели Губку Боба, и напишите в комментарии, кто не смотрел Губку Боба. Я думаю, все напишут в комментарии, что смотрели, поэтому молодцы, все любят Губку Боба, это очень здорово. И, друзья, теперь мы можем заспамить наш мир мыльными пузырями, друзья. Это реально очень круто сделано, и они потом, в принципе, просто исчезают, и они вам не будут мешать. Здоровская штука, и, в принципе, все, это все, что надо добавлять. Но также мы можем превратить нашего Спанч Боба в карате Спанч Боба. Ну, то есть карате мод у Губки Боба. Как это работает? Вы можете видеть, здесь у нас есть вот такая красная шерсть, которая называется карате мод. И нужно ее просто кинуть на пол. И что же получается, друзья? Да. Просто посмотрите на это. Теперь мы в карате моде. То есть сейчас мы просто, смотрите, какой мы разъяренный. Посмотрите на наше выражение лица. Здравствуйте. И теперь мы сможем, черт возьми, бить всех подряд. Просто избивать мобов и людей. И причем у нас будет повышен урон. Потому что, смотрите, у нас есть здесь сила. Поэтому давайте кого-нибудь найдем здесь беззащитного какого-нибудь бедного животного. Черт, никого нет, придется все-таки кого-то заспавнить. Давайте мы заспавним вилладжеров и посмотрим, насколько мы теперь сильнее, чем обычно. То есть, если мы теперь бьем просто рукой, двумя ударами рукой нашей, точнее, гигантской красной перчаткой, вы убиваете одного жителя, друзья. Просто посмотрите, ну реально, ух ты, что это за баги были. Ну ладно, давайте просто побьем их всех вот на получать. Я тут Спанч Боб. Ну и, в принципе, опять же, выглядит очень круто. Шлем — это просто 10 из 10. Вот этот вот, да, это шапка. Это просто здорово. Что ж, и, в принципе, вот куда Спанч Боб. Чтобы превратиться обратно в Спанч Боба, у вас есть губка, которую вы кидаете. Ой, извините, вы кидаете, и вы превращаетесь обратно в обычного милого Спанч Боба. Да, друзья, но это еще не все, потому что есть некоторые интересные новые фишки также в этой команде. То есть, если мы теперь возьмем
глину, розовую глину, и теперь нам нужно будет превратиться в человека, потому что здесь есть у нас такой блок, который называется Back to Human, мы его кидаем, а мы становимся невидимым на несколько секунд, и мы обратно возвращаемся в свой облик. Вы можете видеть, я Кейн, и я здесь, здравствуйте, дамы, я еще здесь, я еще делаю видео на Ютубе, ага, я еще не слился. Ну, и что же вы можете сделать? Теперь, когда... Неужели я взял? Я взял, да? Я совсем забыл, потому что когда вы превращаетесь обратно в человека, то у вас все, черт возьми, исчезает. Ну да ладно, давайте мы быстренько, что мы сделаем? Мы возьмем еще раз эту глину, берете розовую глину, кидаете ее и... Друзья, вы, наверное, уже догадались, мы Патрик. Да. Просто идеально, друзья. Ну, реально очень круто сделано, вот скажу вам честно. Опять же, двигаются ноги, текстурка, ну, моделька вообще здоровская. Чувак постарался, реально очень-очень круто. Что ж, у нас сразу же вы можете видеть, как только мы становимся Патриком, у нас улучшенная сила, у нас улучшенная защита, и также мы будем копать быстрее всякие руды. Ну, я сейчас в креативе, в принципе, это показывать не буду, но давайте все равно потестим нашу силу хотя бы на, опять же, бедных жителях. Почему бы и нет? Давайте мы спаним одного здесь и получим. Опять же, два удара, друзья. Вы можете видеть, мы довольно-таки сильно. И это просто здорово. Опа. Упс. Ну и ладно, друзья. Что у нас здесь есть за фишки? За Патрика. У нас есть такая штука, которая называется Body Slam. Что мы с помощью этого будем делать? Давайте мы возьмем вот беззащитного кролика, да? Вот он. Вы можете его видеть. Вот он тут прыгает себе спокойно, да? Вы кидаете эту штуку на Q. И что же происходит? Вы подпрыгиваете высоко в воздух и приземляетесь на свое пузо и просто уничтожаете всех вокруг. Вот таким вот образом. Разве это не здорово? Мне кажется, это просто шикарно. Я бы вот реально так весь день вот просто ходил по Майнкрафту и вот так. Здорово, друзья. Опять же, давайте попробуем на жителей. Почему бы нет? Я жителей просто ненавижу. Вы знаете, то, что я всегда хочу их убить. О, боже, какой злой это в последнее время. Почему в последних видео такой злой, я не знаю. Ну, да ладно, что ж, где мой житель? Житель. Ага, вот ты где, поэтому получай. Ну, он с первого бодислэма не умирает, но со второго точно умирает. Здорово, друзья, давайте сделаем Time Saturday. И, друзья, также у нас есть еще Патрик Мэн мод. А если вы смотрели мультик, то вы знаете, что Патрик, у него есть вторая личность, это где он супергерой. То есть это как Супермен, но Патрик Мэн. Работает это так: вы кидаете этот синий блок, и, друзья, вы превращаетесь вот в это. Ну и какая же способность есть у этого Патрик Мэна? Во-первых, вы можете видеть, у него убрались все наши бафы, но зато у нас появилась вот такая вот Крабби Патти. Да, друзья, Крабби Патти, который мы сможем стрелять крабсбургами. Боже, выговорил. А давайте опять же заспамим жителей и протестим это на них, почему бы нет. То есть, смотрите. С одного выстрела иногда. Иногда. Ты издеваешься? Вот это да. А у этой штуки рандомный урон, но обычно он убивает с одного попадания жителя, например. Но сейчас было очень странно, потому что вы могли заметить 4. О, дабл килл, вы видели, это просто был трикшот. Ну, и, в принципе, чтобы вернуться опять обратно в Патрика, то вы кидаете, опять же, розовую шерсть, и все у вас здорово. И возвращаемся в Back to Human Mode. Друзья, мои подписчики, любимые подписчики, на этом заканчивается это видео, поэтому, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк этому видео. Если мы наберем 12 лайков, то завтра выйдет новый видос по Майнкрафту. Да. И также оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Кейн, вот такой вот он Кейн. И до новых встреч.